За прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 40 жителей региона, 33 из них с симптомами заболевания. Лабораторные анализы методом ПЦР взяты у 36 человек по эпидемиологическим показаниям, еще у трех с целью эпиднадзора. В целом по области зарегистрировано 12 138 случаев заражения, 7 523 из них с симптомами и 4 615 без них. От коронавируса излечились 11 341 человек, умерло 42. Стоит сказать, что в северном регионе действуют 4 исследовательских лаборатории. С начала пандемии реализовано 270 612 тестов. Процент положительных результатов составляет 4,5% от общего числа. Инфекционные стационары заполнены на 26%.